Кабинет министров утвердил план действий по реализации задач социально-экономического развития республики на этот год. Отмечу, валовый региональный продукт Якутии за прошлый год составил 800 миллиардов рублей. Рост отмечается в добыче угля и нефти. Объем инвестиций в основной капитал по сравнению с 2015 годом вырос почти на 25% и составил почти 268 миллиардов рублей. В этом году планируется достичь реального роста валового регионального продукта не менее чем на 3% к уровню прошлого года. Предстоит в полной мере реализовать майские указы президента страны и ключевые положения послания президента и главы Якутии. Мы планируем вот не менее 70 социальных объектов. Это и общеобразовательные школы, это и детские сады, учреждения культуры, учреждения физической культуры и спорта, социальные объекты, учреждения здравоохранения. Мы также акцентируем внимание на развитие местного производства. К сожалению, в структуре валового регионального продукта объема обрабатывающих производств чуть более 4% пунктов. Мы считаем этот показатель крайне низким, и меры государственной поддержки предприятий, задействованных вот в сфере местного производства, они в текущем году будут усилены.